общем, прибыли мы. Называется Hug Point. Hug – это обнимашки, а Point – это выступ или точка. Бывает, говорят, High Point – это высшая точка, Low Point – низшая точка, а это точка для обнимашек. Hug Point. Это первый раз я заехала на этот пляж. Специально в интернете смотрела его расположение. В общем, где-то минут 40-45 от Тиламук. И вот там, где я крабов ела, оттуда, наверное, минут 15-20. И еще где-то 5-7 минут до пляжа Аркадия ехать. И вот это очень похоже на Аркадия. Единственное, что пляж Аркадия, вот здесь еще огромный такой валун стоит. А здесь нет валуна. Очень тихое место, закрыто от ветров. Но океан, конечно, сегодня мощный. Прямо волны такие, прям чувствуется сила. Хочу вот за эту скалу зайти. Такое сегодня путешествие получилось. Там должны быть где-то водопады. Hug Point Falls. И никогда не видела, никогда не была. Люди вот счастливые гуляют. У меня, правда, нет стабилизатора для камеры, как у многих блогеров. Я, можно сказать, неподготовленный блогер. Но придет время, и у меня будет. Сегодня получилась прогулка. Час и 40 минут от моего города. Значит, через Тиламук. Из Тиламука есть три пути. Один на Кейп Юанда. Это когда идешь в сторону Ocean City. Нет, как-то Ocean Side. Город такой называется. И там есть такой, как парк, и там есть еще дерево-осьминог, маяк. О, вау! Ничего себе, какой здесь вид открывается. О, вот они, эти водопады. Значит, запоминаем. Hug Point Falls. Falls – это водопады. Так вот ты какой! Ничего себе! Ты знаешь про этот поинт? Очень симпатичное местечко. Еще раз увидим океан. Океан отошел очень-очень, ушел. Он только летом приходит. Он аж, ну, просто до этих скал волны доходят. А сейчас прямо как засосало его туда вглубь. Потому что еще от затмения Луны, от лунного затмения, от фаз планет, от Солнца. Не знаю, как-то еще зависят эти приливы от левого океана. Я сильно не изучала. Но факт то, что как здесь красиво. Я живу в Америке столько лет, уже почти 25 лет. И это я первый раз заехала со 101-й трассы. Вот такие водопады увидела.